Всем привет! Отчет хочу сделать, что я навышивала за праздники майские. Выходные выдались удачные. Я закончила пасхальное яйцо. У меня была одна половинка вышита, вторая нет. Очень понравилось это яйцо от жар-птицы. Как видите, рисунок разный. Скучно вышивать две одинаковые части, но вот поскольку здесь в середине разный рисунок, все-таки это было повеселее. Осталось вырезать и сшить эти две детальки. Обязательно это нужно сделать и заодно сшить вот эти две детальки. Это с Нового года лежит у меня игрушка. Тоже смотрите разные стороны. Вышивать тоже было не особо скучно. В общем, вот такие две у меня игрушки. Почему я говорю игрушки? Потому что яйцо тоже буду делать с веревочкой, вот так же, как и здесь. Я еще не подобрала шнурочки, но хочу тоже оформить как игрушку. Не знаю, на елку вешать буду или куда, но тоже хочу, чтобы эта игрушка подвешивалась. Хотя здесь тоже на превью есть. Я, кстати, не обратила внимания. Да, здесь тоже на превью показано, что она должна подвешиваться. Ну, в общем, нужно искать шнурочки. Не хочу использовать атласную ленту. Хотя у меня атласные ленты есть. У меня очень много атласной ленты разных расцветок. Но хочу именно шнурочек. У меня есть серебристый и золотой шнурочек. Если еще вот сюда я могу повесить серебристый, да, то вот сюда нет, сюда серебристый не подойдет. Золотой тоже, мне кажется, будет смотреться очень ярко. Ну ладно, я когда буду сшивать, в следующих видео покажу, и там вы увидите уже, какой я подберу шнурок. Не знаю, нужно еще съездить в Леонардо. Я, кстати, не была в Леонардо, и заодно посмотреть там шнурочки. Вот что хочу вам еще показать. Это основная моя работа, основная, я имею в виду, что по размеру, да, она большая и заняла больше всего времени. Кто смотрит мой канал, знают, что работа вышита была уже давно, осталось сделать французские узелки. Французских узелков здесь огромное количество, просто огромное. Лежала у меня работа, ждала-ждала. Не хочу я делать французские узелки и решила пришить бисеринки. Вот такой я выбрала бисер. Это не золотой, он такой желтый прозрачный, а белый прозрачный. Но чтобы не бросалось сильно в глаза, это сиренево-голубой. Красный тоже полупрозрачный. Единственный синий вот такой матовый. И оранжевый и голубой тоже прозрачный. Голубой особенно понравился. Он снаружи стеклянный, белое стекло, а внутри голубой покрашен. И вообще результат мне очень понравился. Конечно, когда смотришь вблизи, то эти бисеринки блестят и смотрятся иногда как льдинки. Но поскольку вышивалось все на конве 14 каунта и вблизи разглядывать нежелательно, ну, вы все знаете, что 18-16 каунт как-то можно еще при близком рассмотрении понять, да, что за рисунок. Когда 14 каунт, то его только смотреть можно издалека. Но это, на мой взгляд, так. Он красиво смотрится издалека, близко смотрится пиксельно. Вот смотрите, как смотрятся бисеринки. В принципе, получился такой 3D-эффект. Особенно понравился вот этот голубой цвет, вот голубой и синий. Это такие незабудки получились, очень красивые. Вот они издалека смотрятся, как живые. Здесь вот только использовался белый и желтый бисер. И вот здесь вот тоже бледненький бисер. Ну, должны были быть французские узелки. На самом деле, я не знаю. Возможно, с французскими узелками смотрелось бы лучше. Но не хочу я их делать. Умею я их делать, но люблю бисер. Ну, я думаю, в любом случае бисер картину не испортил. Не знаю, когда буду оформлять. Гладить буду перед оформлением. Я уже гладила перед тем, как пришивать бисер. Но пока пришивала, то я его весь вот тут вот немножечко помяла. Ну, ладно, ничего страшного. В общем, вот такая у меня готовая работа за праздники. Ну и еще покажу, какие у меня готовые работы были в этом году. Ну, чтобы уже так максимально понятно было, потому что у меня все разбросано по разным видео, либо в трансляции.
Уже у меня все было сложено, для оформления приготовила, но в празднике багетная мастерская отдыхала. Вот эта икона у меня, Святая Агния, есть отдельное видео. И вот такой вот шиповник. Кстати, странное название у Марии Искусницы, называется «Розовые нежные». Два прилагательных, существительного нет. Но я так понимаю, что розы. Розовые нежные. Просто чтобы не было такой тавтологии розовые розы, решили назвать розовые нежные. Ну, неважно. А работа прекрасная, я уже о ней рассказывала. Мне понравилось на льне вышивать. И тоже я добавила вот сюда бисеринки. Много не буду рассказывать, потому что в отдельном видео тоже все это есть. И еще хочу показать работу, которую я закончила в этом году, по-моему, в январе. Кто не видел, напомню. Вот такие яблочки. Вышивала по авторской схеме Марии Бравко. Вышивала на линде 27-й. Пока в рулоне лежала, вот тоже помялась, хотя все было прекрасно отглажено. Я планировала эту работу оформить в шкатулочку, но поскольку размер для шкатулки, по-моему, получился огромный, хотя я точно не знаю, вот я оформлю, когда как другую работу, вот может быть я розочки, этот шиповник оформлю, и тогда посмотрю по размеру, сильно ли будет большая шкатулка. Вообще, когда начинала вышивать, хотела в шкатулку оформить. Но не знаю, не знаю. Отдельное видео тоже по этой работе у меня есть. Ну, в общем, вот такие в этом году у меня уже законченные работы есть. И есть еще одна работа недоделанная. Вот такой набор от фирмы Панна. Это венок плодородия. У меня уже есть готовый венок изобилия. Очень нравится работа, обалденная. Вот здесь 16-я канва. Можно близко разглядывать разные детали, бесконечно их можно разглядывать. И как раз здесь не хватает нескольких штрихов. Не хватает вот серединок на цветочках бисеринки. Еще здесь вот ландыши. По-моему, ландыши это вот бисеринки. А также вот здесь ягодки. А ягодки деревянные, нужно их обматывать ниточками. Как раз вот мне осталось завершить. Ну вот видели, да, у меня много было недоделанных работ. Я как раз в празднике этим занимаюсь. Вот пришила бисер на Дольче Вите. И теперь следующее. Я буду пришивать бисер и делать ягодки вот на этой работе, чтобы она была полностью завершена. В принципе, уже давно можно было бы показать итоги этого года. Ну, понятно, что еще год не завершился, но я не делаю итоги по датам, то есть я не делаю в конце декабря итоги прошлого года. Ну, вот то, что навышивалось в этом году, можно было бы показать в отдельном видео, но нет. Всегда что-то у меня чуть-чуть недоделанное лежит. Я беру новые процессы, а вот где осталось немножечко пришить бисеринки, немножко ягодки, всегда оставляю на потом. Ну вот, как видите, я себе дала слово обязательно в ближайшее время завершить. И, в принципе, я это слово сдержала. Я завершаю. Да, еще у меня есть одна готовая работа, вышитая в этом году. Вот она, маленькая работа. Это елочка от волшебной страны. Очень мне понравилось вышивать на деревянной заготовке. Вот, кстати, шнурочек серебристый, который можно пришить к елочной игрушке. Но не знаю, как к пасхальному яйцу подойдет или нет. В общем, вот такая вот у меня получилась елочка. Вышивала ее вместе с вами в трансляции. Так, Ричард, не мешай, как всегда. Вокруг крутится, звезда хочет в кадр. В общем, по всем этим работам можно найти отдельные видео. Если вы только подписались на мой канал, то на канале все это есть. Многие работы я вышивала в трансляции. В общем, что еще хочу я сказать об этих работах. Вышивала я их в перемешку с другими процессами. У меня уже есть продвижение по другим процессам. Вот в следующем видео я планирую показать леопарда от Токаревой. Конечно, если бы я вышивала один процесс, то они продвигались бы намного быстрее. Но, в принципе, я думаю, так продвижения неплохие. Кстати, еще были вышиты две иконы от фирмы «Новослобода». Но я их подарила, сейчас показывать не буду. Отдельные ролики по этим иконам тоже есть.
Так что вот сколько получается работ, я, в принципе, не пересчитывала. Я никогда не считаю работы, но сейчас попробую посчитать. Иконы не помню, 2 или 3, ладно, пусть будет 2, вот это третья. 4, 5, 6, 7, 8. Получается 8 работ, но одна не доделана. Значит, 7 готовых и 8, да? 8. И 9, 10 это оформление игрушек. В общем, опять недоделанные. Но ничего, ладно. Но очень хочется показать уже вам отчет вот, по всем работам, потому что все-таки вот эти вот работы, они достаточно большие. Но вот из-за мелких недочетов получается, что долго. Кстати, вот еще что забыла сказать. Несмотря на то, что здесь осталось только пришить бисер, ушло у меня на это сегодня весь день. Весь день пришивала бисер. Казалось бы, чуть-чуть. Думаю, сейчас быстренько пришью. Если честно, уже устала даже пришивать. Спина болит. Вот я не знаю, уже вряд ли я сегодня захочу что-то вышивать. Хотя не знаю, отдохну, посмотрим. А вот, ну, казалось бы, чуть-чуть. Нет, не чуть-чуть. И еще сейчас покажу, как я бисер пришивала. Вот здесь разные цвета. Я использовала липкий коврик. Ой, вот он уже приклеился. Так, вот смотрите, коврик уже пожелтел, бедный. Этот коврик, он плотный, из фикс-прайса. На Алиэкспресс заказывала, они там дешевле в 3 раза, но они очень-очень тонкие. Тонкие, потом они со временем забиваются, и хоть их моешь, они не липнут. А вот этот из фикс-прайса был белый, видите, уже пожелтел. Мне давным-давно его дарила Аня. Это единственный коврик, который я использую. Остальные, которые я заказывала на Алиэкспресс, я уже все повыкидывала. Вот единственный остался коврик. Не знаю еще, где найти вот такие плотные. Надо посмотреть. В фикс-прайсе я не смотрела. Это Аня мне дарила и говорила, что они там есть. Вот бисеринки все я нашла из тех, что у меня были в остатках. Остатки от моих вышивальных процессов. У меня их очень-очень много. И они всегда мне пригождаются, когда чуть-чуть надо где-то пришить бисер. В больших процессах я всегда использую органайзеры. А вот когда вот такие вот небольшие процессы, то я всегда насыпаю вот сюда, клею на ногу, на коленку. Вышиваю я сидя на кровати, на диване. И, в общем, на коленку очень даже удобно. Вот таким образом у меня организован процесс. Ну, в принципе, ничего такого замысловатого в организации процесса у меня нет. Вот. Мне всегда хочется сделать все быстро, на ходу. Я так основательно не раскладываюсь и, в общем, стараюсь как-то по-быстрому потом раз-раз убрать все это в коробочку, сложить вот так в одну коробочку и все. Так. Ну, в общем, вот такое у меня будет коротенькое видео о готовых работах. Мне очень хотелось снять, чтобы себя как-то простимулировать, дальше продолжать доделывать свои работы. Ну, вы знаете, да, я долго собиралась, никак не могла собраться их доделать. И мне обязательно нужно это видео для того, чтобы уже увидеть свои результаты, что я хоть что-то сделала. Потому что мне в последнее время кажется, что я топчусь на месте. То есть все на месте топчусь, ничего не успеваю, у меня ничего не движется. Но вот сейчас достала все процессы, и вот смотрю на них, и душа радуется. Я вижу, что у меня, оказывается, все движется. Осталось вот здесь вот сделать ягодки. Ягодки сложно будут делаться. Не знаю, сегодня устала, наверное, не буду ими заниматься, этими ягодками. Может быть, игрушки оформлю. Вот. И заодно покажу вам вместе с этими игрушками свои запасы на пластиковой канве. От жар-птицы у меня много наборов, и от панны есть наборы на пластиковой канве. И в одном видео я вам потом покажу. Девчонки просят показывать запасы. Ну, хотя бы я покажу те, что вот у меня в одной коробке сложены под рукой. Ну все, вот такие вот у меня результаты. Спасибо вам за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока.